марте месяце 2020 года на телеканале ТНТ стартовал 7-й сезон романтического шоу «Холостяк», в котором за сердце 33-летнего звездного стоматолога Антона Криворотова среди прочих претенденток пришла бороться девушка с непростой судьбой, 20-летняя модель Лиза Адаменко. Выяснилось, что еще до начала съемок проекта Лиза была знакома с «Холостяком» полгода. Она призналась, что пришла на реалити ради любви. Криворотов же сказал, что девушке сначала нужно разобраться в своих мыслях. И неспроста, ведь еще до участия в шоу Адаменко имела довольно скандальную репутацию. Так, еще будучи подростком, начинающей моделью, Лиза Адаменко вступила в любовные отношения с олигархом Валентином Ивановым, который на тот момент возглавлял отделение компании «Лукойл» в Сингапуре. Спустя 3 года отношений Адаменко и Иванов сыграли свадьбу в замке в пригороде Ниццы. Тогда новость о неравном браке 17-летней модели и 55-летнего олигарха вызвали бурную и неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Следует заметить, что сама Лиза во время романа и брака с олигархом ни в чем себе не отказывала. Она летала частными джетами, покупала себе люксовые наряды и не забывала рассказывать о своей роскошной жизни в соцсетях. Однако сказка о красивой любви бизнесмена и его Лолиты быстро закончилась. Так, через несколько месяцев после свадьбы молодая жена обвинила супруга в избиении, а он ее в изменах и психическом нездоровье. В итоге их брак продержался около года. После череды скандалов Лиза вернулась в Москву, где продолжила карьеру модели. После расставания с мужем-олигархом ее имя время от времени появлялось в скандальных новостях. Так, в мае 2018-го Адаменко стала участницей нового скандала. Возвращаясь с вечеринки, она стала жертвой грабителей в подъезде собственного дома. Со слов девушки, пока она спала в подъезде, по всей вероятности, перебрав с алкоголем, ее ограбили, забрав кольцо стоимостью 6 миллионов, подаренное экс-супругом, а также брендовую сумку, телефон и банковские карточки. А не так давно в соцсети попали видео с участием Адаменко и ее бывшего возлюбленного, рэпера Кирилла Дубровина, на котором модель ведет себя довольно раскованно. Оказалось, что Лиза и Кирилл в прошлом году встречались, даже некоторое время жили вместе в Барселоне. Однако уже через некоторое время после их знакомства, узнав девушку поближе, Кирилл предпочел разорвать отношения с ней. И как утверждает рэпер, несмотря на то, что они расстались, Лиза еще некоторое время продолжала искать встречи с ним. В марте месяце 2020-го Лизе исполнился 21 год. И она является участницей шоу «Холостяк» на ТНТ. Так что, несмотря на свой неудачный предыдущий опыт отношений с мужчинами, она снова в активном поиске. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». Берегите себя и своих близких. И до новых встреч!